И всем привет! Вы на канале Ведро и The Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в кораблики. Да, давненько я сюда не заходил, наверное, целый год. И знаете, что первое я встретил? Я не могу найти кнопку «Сменить аккаунт». У меня есть аккаунт. И я не могу поменять свой, блин, аккаунт Гугла. Потому что у меня он зашел почему-то под другим аккаунтом Гугла. У меня их несколько. Вот, и... У меня тут нифига нету, так что будем сегодня, наверное, на стоковых чуваках кататься. Еще помимо этого, через 28 минут будет 9.00 UTC времени и будет выходить обнова. Короче, печальненько все, да. Сегодня такой будет комочный геймплей на кораблях, да, первый, блин, комом. А так будем вспоминать, наверное, просто геймплейные части игры. А этот аккаунт у меня, он типа блицовский. Но на другом аккаунте у меня больше кораблей, да, на котором я плавал. Можете там старенькие видосики посмотреть, увидеть все, да. Случайный бой, все нормально, да. Погнали. На каком-то русском корабле, скорее всего, сейчас вообще боты будут, потому что вроде как первые бои боты были в этой замечательной игре. И вот народ... Количество народу меня прям доставляет. 0-0-0 человек. Это, наверное, перед обновой все вышли. А нет, смотрите. Смотрим ники. Да, мы играем против ботов с ботами. Какая прелесть. Я вообще не знаю, что у игры с онлайном, потому что, как я помню, прошлые мы разы, когда я играл, тоже была куча ботов. Наверное, тут онлайн как в Assault'е. Давай, поплыли. Будем бить ботов. Графон сделал низкий, не помню, лагала мне эта игра. Господи, я хотел на этот нажать. Враг обнаружен. Сейчас слышно, нет, что-нибудь? Осколочно-фугасные, только одни. Окей. Так, вижу, видим цель. Ну, такая игрушечка на любителя, динамики тут не хватает. Меня, короче, Assault сильно испортил. Я хочу динамик, передам. Как понять, куда стрелять? Здесь опережения нет? По-моему, было какое-то опережение. Блин, мы уже горим. Походу, надо еще немножко скидывать FPS, точнее, настроечки. А, в нас попали, надо прятаться, наверное, да? Нас долбят боты. И даже переключать нельзя орудие. Печальным. Ну, я не знаю, почему нельзя здесь поменять аккаунт. Можно только выйти из игры и все. Причем я даже в Google Play, ну, знаете, приложение такое и заходил. Google игры, как они там правильно называются. И поменял уже аккаунт на тот, который нужен, и все равно он логинится под ведро иг. А нужно, чтобы он заходил под ведро и геймингом, короче, как-то так, да. Ну, это все из-за танковой картошки. Ура, мы потопили ботам. Ну, это не особо интересно, на самом деле. Вот еще один парень. Блин, я не туда нажал опять. Тут вроде было маркер упреждения, куда стрелять, или не... А, нет, здесь просто пушки захватывали цель, да. Столкновение, нам говорят. На. Попадание из орудий. Ура. Ну, на самом деле, на любителя игра вообще, да. А, тут же еще можно хипы восстанавливать. Нажал на аптечку, хипы восстанавливать. Клево, да. А вот таранов нету, жалко. Вот есть игрулечка, Battleship Armada, или как-то так она называется, в космосе. Вот там таранчики хорошо сделаны. Я прям кайфую с нее. Ну, там и в космосе кораблики, но смысл тот же. Ну, еще что это, стратегия, да. Давай, убивайся, есть. Было крайне сложное ПВП, я прям вспотел. На самом деле нет. А-а-а, столкновение, надеюсь, мы не сдохнем. Здесь, по-моему, это нет урона даже от столкновений. Ладно, едем дальше. Вон чуваки топят наши корабли. Дальности нам не хватает немножко. Ну, мы это сейчас исправим. Зумить нельзя. Печаль. Опа, сладенький мой, смотрите, вылазит прям под орудие. Все равно не достаем. Типа, когда достаем, кораблик в рамочку вводится. Ну, если бы я бился с живыми игроками, скорее всего, меня бы уже убили. Как-то так, да. Потому что я очень в наглую играю. Не попал, столкновение.
Мы уже столкнулись, нет? Давайте на опережение чуть-чуть. Ууу, не попал. Ну а что делать? Под обстрелом. Вот, попали. Камикейзи. Камикейзи, блин. Лечись, собака. Да, я лечу корабль. О, торпедуськи. Тормозюськи, блин. Хорошо, не попали в меня. Хорошо, что это нубосраны. Компьютерные. До свидули, мужик. Вот с этого прикольно, с линкора стрелять. Один прокаст и все. Еще разочек так же, если он курс не поменяет, то можно прям вот так лупить. Все будет хорошо. Ну мы, короче, нагибаем вообще. Короче, уходим, все. Пацаны сделают свое дело сами. Цель захвачена. Летящей походкой. Мы валим отсюда, во, блин, давай быстрее корабль. Измени дистанцию. О, он промахнулся. Ха-ха-ха. Гори в аду. Че, мозгов-то не хватает огнетушитель включить? О, господи, 800. Прячемся. Сейчас стычки прилетят, нет. Ваншот. Все, наша команда захватывает точку. АЕ. Тормозай. Ну, такое, с людьми, конечно же, намного интереснее играть. Короче, если на нике двоеточие есть, значит, это бот. Вот как-то так, да. Ну, а боты давайте, убивайте его уже. Он исчез. Где-то он здесь. Сейчас он выйдет, мы в засаде. Ладно, потихоньку идем вперед. Кто первый выстрелит? Вот он. Какой ты хитрый, он поменял направление, что ли? Нет, он сдох. Ну, надеюсь, на второй бой нам дадут живых игроков, и мы пострадаем полностью, да. И сейчас пересядем на другой корабль, посмотрим, в чем разница. Потому что не может же быть такое, что корабли все одинаковые. Итак, мы катались на Эрии. Наверное, правильно я прочитал. Дали нам какие-то штуки, куски орудий, но это нам пофиг, потому что это не наш основной аккаунт. Повышение 4 левел, ура. Сразу 4. Ага. АЕ. Так, это были американцы. Давайте теперь, может, на японцах покатаемся. У меня, по-моему, был более-менее прокачанный японский флот. Если я не ошибаюсь, они какие-то более быстрые, по-моему, да, и у некоторых даже торпедки есть. Ну, у первых левелов, по-моему, нифига нету. Кстати, можно чекать прямо по внешнему виду. Тут все довольно-таки прозрачно и видно все. То есть тут у нас батареи какие идут. Ладно, прям в бою посмотрим, алло. Срубаем иксы, короче, как в танчиках прям. Опять боты? Ну, в принципе, ничего нет, неожидаемого, да? Все как по плану. Боты. Наверное, только со второго левела будут попадаться более-менее живые игроки. Так что вот так вот. Смотрите, зима, холода. Замечательно. Графику я немного скрутил, чтобы не лагало. Ну, вроде норм, да. Я еще, знаете, что хотел сделать сейчас, сек? Я, короче, фпсиков побольше поставил. Может, поприятнее будет. В принципе, на разряд батарейки мне пофиг. Блин, я путаю прицел и не прицел. Так, смотрим, что у нас есть. У нас две только пушки, которые быстрее откатываются, да? Или нет? У того было 4 орудия. А, окей, я понял. Те были 4 орудия, которые стреляют по одному выстрелу, а тут типа двухстволка у нас. Ну все, держись. Иду на таран. Ну, подожди, замечательно. По снарядам здесь то же самое все, короче. Фугасы хорошо дамажат, но у них маленькое пробитие, и можно поймать не пробитие. Это серенький урон, если не ошибаюсь, да? А бронебойки меньше дамажат, но зато можно пробить цитадели, критануть как-то так. По крайней мере, было раньше так. Опа, нифига, какой ты жесткий. Все, давай по ПВПшимся. Ой, это второго левела корабль. У нас нет шансов. Ну, конечно, это бот. Это у него нет шансов.
Хотя брони у него, наверное, тоже нет. Дядька хипов. А у него не видно, сколько как хипов. Ну, в принципе, и ладно. Сейчас ты меня загоришься, сволочь. А-ха-ха, прям вангую. Ну, блин, у меня на том аккаунте были и линкоры, и авианосцы, короче, все подряд. И чуваки с крутыми торпедными аппаратами, которые прям толпу торпед пускают. Все, до свидули, мужик. А нашу базу захватывают? Давайте-ка что-нибудь с этим сделаем. Пока, собака! Во, видали, как долго летят и мимо. Печально. Ну, вот все равно. Есть. Вон он, смотрите, собака. Прям на него курс берем. Он сейчас захвата выйдет, и мы... Ну, это боты. Что сделаешь? Смотрите, он вышел из захвата. Лол. Победил сам себя. Ну, давайте тогда вот это вот Эри задолбим. Хотя у нас, блин... У нас пушки так далеко бьют. Клево. Надо конское упреждение, наверное, делать вот такое. А, у меня этот курс собак такая. Вот он, геймплей пошел, видите? Упреждение, офигение, а он прям по нам лупит. И попадает. Лол. Давайте так попробуем. О, да, детка. Попали. Чуть пониже надо. Так меня он лупит уже сколько? Он 100 лет меня лупит. Я только обнаружен. Нормально. Так, он опять немного меняет. Вот так сделаем. Так-то. Где мы криты? И последний разок. Гроза ботов! Так, кто остался? Убийца наших ботов остался. Где ты? Вон там вот он где-то. На карте еще видно, а визуально не видно. Прикольно. Не, ну игра клевая. Я бы ее, конечно, оставил, но, блин, она столько места жрет. Это просто жесть. И форсажика нет. По-моему, был форсаж тут. Лайкусик поставлю сам себе. Не, он за это время уже может где угодно быть. Особенно прикольно, когда ты на каком-нибудь... Я сейчас буду путать название кораблей. Короче, на торпедоносце. Их плохо видно. У них зона обнаружения маленькая. Видите, у меня зона обнаружения вот такая. Если я сейчас стрельну, она увеличится. Потому что типа звук будет. Клевая, да, механика? Мне нравится. Ну, по крайней мере, механика может обычная самая, но... Реализация на карте. Если что, надо было на карту смотреть, вон. Да. Ну, понятная. Интуитивно понятная, короче. Реализация, это клево. Ну, давайте, ПВП-ху смотрим. Е. Ну, короче, различия увидели сами. Пушки. Самое главное различие, да. Даже не знаю, что теперь придумать к другим. Посмотрим сейчас. Теперь, короче, на немеши плыть будем. Как-то так. О, дядька, как ты орешь, а? Бой начинается у него. Так, куда плывем? Вот они, засранцы. Давай поближе немножко. Пожалуйста. Ну, тут, в принципе, как и в картофельных танках, основная суть геймплея — это ассист. Кто... Лучше ассистит, тот и побеждает. Ну, естественно, кто врывается в толпу, тот проигрывает. Опа. Пушки такие же, как у японцев. Возможно, тут хипы разные, мобильность, потому что от японского кораблика этот ничем не отличается. Это немецкий, если что. Ну, может, там урон чуть другой, КД другой. То есть, КД более быстрый, урон... Поменьше. Не знаю. Это уже мелочи. То есть геймплей... О, смотрите, таран. Да! Нет, разошлись. Ну, тут урон все равно от таранов нет, по-моему, если не ошибаюсь.
Хотя плохо. Сделали бы, было бы прикольно. То есть ты в землю пофиг, таранишься, не таранишься, а корабли чтоб таранило, распиливало прям всех. Нафиг, было бы круто. Ну, линкоры, конечно, тут вообще не поворотливы, это жесть. У них и пушки медленно поворачиваются. Прям такой, давай, быстрее, крути. Ну, зато есть всякие спеки, там, основной калибр второстепенный или какой-то там вспомогатель. Ну, здорово, мужик, ты что тут делаешь? Давай с тобой пободаемся. Какая у тебя корма огненная. Ты все горишь, давай. Ну, атмосфера эпичности сохраняется, это клёво. Ну, с ботами даже как-то поприятнее играть, нету этих назойливых торпедоносцев, которые прям вообще капец из-за угла выныривают и ваншотят тебя. Это со мной все время было. Или крутят. Вот они прям, смотрите, прям мясо такое, ближний бой. Моряки прям какахами кидаются друг в друга. Попал даже вот так вот. Не глядя. В смысле, вперед не смотрю, только атакую пацанов. Только фугасики тоже. Давай, ну сдохай, а то я сейчас сдохну. По мне ассист взяли. Давай починиться чуть. Опа, из последних сил. Нет, живи давай, последний выстрел. Да еще один! Да! А я выжил. Вовремя аптечку нажал. Вот так вот. Интересно, он на меня согрится, если я сейчас в него попаду разок? Тю-тю-тю. Да, согрелся сразу же собака. Надо валить от него. Я не хочу умирать. Боты тупят, когда... Это... Ты расстояние меняешь. У них упреждение плохое. Так вот, взглядом его завалили. Кто остался там? Пацаны, где он? Непонятно где. Ну, в принципе, игра думает, что я новый игрок. Может, из-за этого кидает меня к ботам. Хотя я реально новый игрок, потому что я нифига не помню. То есть, да. Наверное, правильно. Все, что хотел сказать, я сказал там. Поэтому ты такой новенький. Сидишь, о, нифига, 4 корабля потопил. Я крутой, 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 крутой. А почти третий левел. Ну, берешь третий левел корабля, и тебя начинает все гнуть. Так со мной было, в принципе. Да. Вон он, сволочь. Так. На карте есть, а визуального контакта нету. Вон он стоит, смотрите. За камушками. Прикольно, да, масштабы крутые. В танках были бы такие карты? Ну что, прям вообще жесть. Что ты вроде уже обнаружил. Ну, короче, вот эта система мне больше нравится, что маркеры вроде есть, но ты не обнаруживаешь цель. Да. Кстати, через 2 дня вроде как в картошке запустят реалистичные бои. Надеюсь, они убрали этот долбанный квадрат, когда можно было из-за гор, из-за леса, из-за гор, блин, выцеливать танки. Короче, посмотрим тоже, что они там сделали с этим реалистичным режимом. Довольно-таки интересная вещь. А то, знаете, стартуешь сразу же, взглядом ищешь цель, чтобы тебя перекрестие навелось, навелся, и все, и ждешь, пока он выйдет из укрытия, и лупишь по нему. Такое. Наша вон он. Все, мы победили, пока плыли. Ну и ладно, кто-то взорвался, он справа. Ну, давайте последний кораблик попробуем. Надеюсь, я успею. Время осталось 8 минут до рестарта сервера и обновления. Ну, я посмотрю, что за обновление, и попытаюсь все-таки восстановить свой тот аккаунт. Напишу саппорт, наверное, или еще что-нибудь сделаю. Или снесу. Потому что вроде как в первом запуске все-таки спрашивают, какой аккаунт включить. Но я это прошляпил, и, видать, вошло под тем, под которым входит в Блиц. Да. Повышение, короче. Не знаю, как это работает все. Попробую восстановиться и уже посмотрим в следующий раз обновление. Что там добавили. Пока вроде все то же самое. Это советский корабль. Смотрите, как он отличается. Вообще кораблики вроде... Корабли, чем они могут отличаться? Но нет, они все разные, смотрите. То есть клево. Отличаются. То есть вот и вот здесь. Абсолютно разные корабли, видите? Разница есть. Вот. У того там корабль... Флаг, у этого здесь флаг. Ладно, шучу. Ну реально, кораблики все разные, все проработаны, прикольные. То есть...
профессионалы могут, как и танкисты, различать по внешнему виду корабли, то есть даже без названия. Это клево, да. Норм. Ладно, погнали, последний бой. Там еще какая-то флотилия есть, смотрите. Стоп, мне интересно, что за флотилия. Интерфейс, кстати, схож с этим. А, ну, понятно. Флотилия. Фигилия. Похож на танки СД. То есть, все то же самое. То есть, понятно, у кого они копировали интерфейс. Сейчас будет скример. Я вас предупредил, да. Не, мужик вообще реально жутко орет просто. Ладно, погнали, быстренько затащим бой на советском корабле. И будем потихоньку закругляться, потому что время у нас на исходе. И вот еще мне звонят, отлично. А, долбанная работа, блин, все обломило. Вон, нас уже рашат тут, пушат, колобашат. Идем на таран. О, это живые люди, ребятки, мы с живыми людьми попались. У них точек нету, я вас поел. Может, они думают, что они с ботами играют? Ну, держись! На! Я пока в АФК был, как вы меня не убили-то? Все, держитесь теперь. Сейчас он торпедами еще по мне упанет. Торпеды, да, что я сделаю? Тушись. Собака быстрая. Сдохай, да, живого убили. Так, где торпеды? Что-то я прям вся горю. А почему я не нажал на пожар на корабле-то? Я же нажал. Блин, пацаны, спасайте. Где мой отряд? Почему я один остался? Ну там еще кто-то плавает издалека. Лол, кек, чебурек. Как всегда, короче. Но я тут уже ничего не сделаю, блин. Спасибо, работа. Сам, конечно, виноват, но... Что сделаешь? Все, уплываем в закат. Вот это да, блин, вот это подстава. Все, с ботами было, а сейчас не с ботами. Гори в аду там, блин. Ну все, я один остался. Как прям в блице. Че? Торпеды, нет? А, они на полпути... Они... Я выживу, блин, нет. Вы меня так просто не возьмете. На перерез уже кто-нибудь идет. Уже, наверное, вот, меня обнаружили, меня видят. Сейчас я свалю отсюда. Сваливаем! Смотрите, я наполовину затопленный. Видали вообще жесть какая? Или нет? Ну, короче, русские не сдаются, да. Я бы еще починился, но пока не могу. Почему не прожался этот, а... Ну... Ну, вы поняли, кто? Собака плывет прямо на меня. Меняем курс. Так, сейчас. Торпеды мимо? Нет, не мимо. Я не обманул его, нет! Я хотел задком от них уехать. Ну, там, на самом деле, когда ты играешь, ну, ПВПшишь с этими чуваками, смотришь, когда там эти всполохи от торпед у него вылезают, ты такой сразу же, хоп, направление меняешь. Но он близко подошел, да и шансов мне, в принципе, не было. Если бы не он меня, то другой бы добил. Ну, в принципе, что, игрушку посмотрели, сейчас рестарт сервера будет через минутку, наверное, прям... Вот прям сейчас прям выкинет меня, да. Вот. Такие вот дела. Ну, я не знаю, пока что я, наверное, игрушку снесу, потому что проблем с местом у меня все-таки имеются. А, так, вот, поиграли. Попробую восстановить аккаунт, и если что, потом как-нибудь вернемся, посмотрим, что в этом обновлении наделали, пацаны. Да. А так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Пока-пока.